Earth angel, will you be mine? Итак, теперь переходим к глобальному такому заказу моему, который я тоже очень давно ждала. И все так быстро пришло. Даже, по-моему, больше, чем я заказывала, как мне кажется. Ну, не знаю. По-моему, мне просто за два заказа все положили в один. Первый это были вот такие вот скотчи. Опять тоненькие, узенькие. Для оформления межстрочного интервала. Да. С бабочками и с цветочками. Не буду их открывать. Тут и так видно, какие они. Здесь вот бабочки. Да, вот они. И здесь цветочки. Заказала я 7 коробочек с наклейками. Все заказала для вас, мои дорогие. Буду с вами переписываться. И, по-моему, мне положили одну лишнюю. Если я не ошибаюсь. Потому что, посмотрите, один тот же дизайн. Посмотрим, может они разные, а может и нет. Итак, мои дорогие, предлагаю посмотреть сейчас все эти коробочки в быстром режиме под хорошую музыку, чтобы много не рассказывать и не затягивать время. Я тогда, когда закончу обозревать именно эти наклейки, я расскажу вам свое мнение про каждую коробочку. Вот, и поэтому давайте пока быстренько посмотрим, что у нас тут есть. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you. Always in your hands. Теперь остаются самые интересные два набора, которые я очень давно хотела. Это Ван Гог и разные здания, разные иллюстрации. Здесь вот они показаны. И здесь тоже показаны. И они стоили дороже, потому что у них сложнее иллюстрация. Вот, я, наверное, начну вот с этой, а Ван Гога покажу последним.
Как вы можете заметить, некоторые наклейки не так хорошо отрезаны и не такого уж хорошего качества. Вот. Но картинки сами, конечно, да, интересные. Ну вот, повторяются многие. Вот. Дальше пошли те, которые повторяются. Эти уже были. Наклеечки, да, были. Вот. И я, ну, как видите, вот, что они не отрываются. Вот. Плохо отрезаны. Придется все вручную вот так отрывать. Вот, подрезать. Где-то некачественно пропечатано. Конечно, ожидала большего, но предыдущий набор, который я показала вам, он был куда качественнее, чем этот. Хоть и там три картинки плохой печати попались, но эту погрешность можно простить за качество. А здесь качество самого именно того, как разрезаны наклейки, оставляет желать лучшего. Ну, конечно, да, то, что здесь собрано большинство разных картин Ван Гога, это радует очень. И я даже знаю, кому уже пошли в письмах некоторые наклейки в подарок, потому что у меня есть некоторые люди, которые, так же, как и я, любят Ван Гога. Далее у нас идет три вот таких вот набора наклеек. Они, конечно, совершенно разные. Первый — это вот с такими совами. Favorite Seal называется серия таких наклеек. Здесь вот такие вот совушки. Я не буду их вытаскивать. Они в основном одинаковые. Вот их дизайны. Бумажные и крафтовые. Как вот вы видите. 70 наклеечек и 10 дизайнов. Вот. Так что вот так вот. Очень прикольные. Особенно крафтовые. Вот. И как вы видите, не такого уж маленького размера. Они, посмотрите, мой ноготь то меньше. Следующий набор идет из этой же серии, но с такими вот енотиками, пандочками красными. Тоже здесь вот такие вот дизайны. Здесь у нас идут крафтовые и обычные, опять же. 10 дизайнов, 70 штучек. Очень прикольные вот эти красные пандочки. Особенно, где они вдвоем изображены, вообще очень мило. Тоже знаю уже, кому пошлю. Вот, очень давно ждала, хотела этот набор, наконец-таки купила его, заказала. Вот, и теперь буду радоваться. И последний, я заказала вот такой, только наклейки с ногами. А сейчас покажу вам. Это у нас тема цветочков, чая, всего такого. По-моему, чаеписи она называется, кажется. Здесь вот такие вот разные у нас дизайны. Это у нас на прозрачной основе, это на бумажной. Так, и осталось у нас с вами еще вот таких вот три набора. Последние два я вообще очень давно хотела, потому что они потрясающие. Посмотрите, какой дизайн. Они в мешочках, украшены большой картинкой. Здесь тоже, здесь с котятами у нас. С котятами и цветочками. Вот, здесь у нас чисто бабочки. Здесь попадаются одинаковые. Вот такой вот у нас дизайн идет. Вот, чтобы вам было видно. Перышки, бабочки и листы. Вот, вытаскиваю набор. Посмотрите, какая бумага сама красивая. Можно тоже ее использовать. И вот так вот выглядит наш мешочек с наклеечками. Так, я считаю, что такой набор на подарок было бы вообще идеально получить. Потому что, не знаю, это очень красиво. Это так сделано все. Интересно, необычно. Посмотрите, как красивая закладка. Вот сзади она тоже идет с иллюстрацией более прозрачной. Но я считаю, что это безумно красиво. Сами иллюстрации акварельные, во-первых, на таком красивом, хорошем, качественном картоне сделаны. И, во-первых, здесь идет вот такая вот целая кучка наклеечек. Их, по-моему, тут 78 или 80 штук. Честно, я не знаю точно. Вот, и сейчас я парочку вытащу, чтобы вам показать. Вот такие вот маленькие бабочки. Смотрите, какие они малюсенькие. Листочек. Да. Таких вот три листочка. Так что вот так вот их здесь много. Перышки, голубые бабочки, сиреневые перышки. Всего-всего много.
И да, я буду с огромным удовольствием всем этим пользоваться и отсылать тоже письма, используя в своем творчестве. И у меня рука точно будет к этому больше тянуться, чем каким-то другим наклеечкам. Во-первых, то, что они такие миниатюрные, маленькие, приятные. И очень красивая отрисовка у них. Как вы видите, они очень качественно отпечатаны, довольно плотные. И сама вот эта вот закладочка, ее можно кому-нибудь подарить. А мешочек можно под что угодно использовать. Итак, давайте посмотрим. Вот здесь у нас идет дизайн вот этого котика. Вот такие вот разные. Их тут очень много. И вот закладочка с котиком. Я уже вытащила мешочек. Посмотрите, какая прелесть. Здесь мешочек такой бежевый. Тоже из органзы. И котик тоже сделан в виде закладочки. Можно его куда-нибудь положить или кому-нибудь подарить. Посмотрите, какой красивый, какие у него глазки потрясающие. И здесь такие цветы изображены. Он тоже двухсторонний. Здесь более бледная сторона на ней. Можно сделать какую-нибудь записку. А здесь более яркая сторона. Тоже качественно отпечатанная. И вот наши наклеечки, собственно, идут. Опять достану парочку. Ну, допустим, вот такая вот картинка. Котик в рубашечке. Такая картинка. Заметьте, что наклеечки совсем маленькие. Они вот с ноготок. Да, с ноготок мой. Вот. Но они очень приятные. Посмотрите, как много их здесь. Все-все разные, все такие интересные, красивые. Вот опять же, на подарок это просто потрясающе. Мне лично было приятно получить такой подарок, но я сама себе сделала такой подарок. Вот, и поэтому показываю вам, делюсь с вами своими находками, такими редкими. Давайте теперь перейдем к набору наклеек. Котиками тоже, с цветочками. Я прям люблю такую тему, как я с цветочками. Вот такие вот у нас здесь разные дизайны. Здесь их всего 6 видов. Итак, вот они наши котики. Давайте каждый листик посмотрим отдельно. Они у нас на такой прозрачной основе сделаны. Посмотрите, какие они красивые. Прям копия моей кошки. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. Итак, последний листочек у нас плохо срезан. Посмотрите, видите, здесь обрезанные картинки верхние. Очень жаль, конечно, что так отпечатано. Вот такого должен быть край, как внизу листа. Но здесь у нас обрезано. Ну, это ладно. Ладно, ладно. В принципе, стоило ожидать. Вот. Но сами картинки очень красивые. Очень-очень интересные такие. Не помню точно, сколько они стоили. Но я, конечно, все оставлю внизу. Мне очень сильно понравились вот эти вот разделители, я их называю. В начале каждой записи в дневнике можно будет приклеивать такую вот красивую картинку. Вот. Очень красивая вот эта вот. Вообще все красивые. Вот это вот тоже. И вот это. И это. Тут такие маленькие. Вот, так что такой вот заказ огромнейший просто. Вот, надеюсь, что вам хоть что-то понравилось. И
вы нашли для себя что-то новое, интересное. Вот, за ссылочками проходите вниз. Вот, всех люблю, целую, обнимаю и до новых встреч, пока-пока.